Это их самый долгожданный и самый заслуженный праздник. Школа закончена, сегодня одни уже взрослые. Это их праздник, и он такой, каким никогда не был. «Крылья Востока» — выпускной, который собрал более 9 тысяч вчерашних школьников со всех школ Приморья. Все они были в предвкушении предстоящего вечера. Пограничный. Из Владивостока, 69-я школа. Хасанский район. Ну, эмоции прям переполняют меня. Это что-то такое впервые происходит у нас вот в Приморском крае. Это что-то необычное, интересное. Я считаю, что это очень приятно, и о нас заботятся, это очень круто. Мне рассказывали, что это будет что-то похожее, что было в Питере. А в Питере я была, и я считаю, что там очень классно, и я думаю, сегодня будет так же. На Корабельной набережной для тех, кто прощается со школой, приготовили грандиозный концерт. Его ведущая – звезда телевизионных программ Алла Михеева и актер Стас Ярушин, которые дали выпускникам обратный отчет до начала взрослой жизни. Программа праздника, отрепетированная от и до, началась выступление местных артистов. Пели о школьных временах, о беззаботном детстве. Выпускники концерт смотрели с интересом, подпевая знакомым песням, особенно хитам последних лет. Но настоящий взрыв эмоций у выпускников случился, когда на сцену вышли главные хедлайнеры праздника, среди которых известная благодаря телепроекту «Фабрика звезд» Юлиана Караулова. Концертная часть программы праздника завершилась оглушительными овациями, после чего все ринулись смотреть световое шоу. Ажиотаж превзошел все ожидания. Удобных мест, откуда можно было увидеть шоу, хватило не всем. Однако на настроение окружающих это, кажется, не особенно сказалось. И вот поднимается шум оваций. Он предвещает главное событие шоу – появление парусника «Паллада». Оно проходит эффектно, из тумана, плотно окутавшего город в этот день. Как только его корпус и все паруса полностью показались из-за плавучего дока, небо озарил фейерверк. На море в этот день был штиль, и дым от залпов не развеивался, а зависал в тумане. Поэтому насладиться фейерверком в полной мере не удалось. Но и без этого «Крылья Востока» наверняка останутся ярким воспоминанием в жизни каждого выпускника. Очень понравилось. Что больше всего понравилось? Главное шоу. Давайте мы салют. Мы салют. Концерт просто. Сердечки.
Офигенное лазерное шоу, это что-то невероятное, это что-то потрясное. Все очень круто сделали с фейерверком. Правда, жалко, потому что фейерверка видно не было из-за тумана. Так все очень круто. Все понравилось, все сделали красиво, ребята вообще молодцы. И это прекрасно было, я плакала, стояла и снимала видео, но немного. Конечно, это уже нужно сделать традицией и, естественно, совместить с Днем города, это очень хорошая идея. Паллада, конечно, вообще шикарно, в голубом свете, мы отличились от Питера, я считаю, вообще очень классно. Этот вечер со своими песнями, танцами и, конечно же, кульминацией всего происходящего грандиозным световым шоу в бухте «Золотой Рог» и выходом «Парусника» оставит свой след в памяти этих выпускников и послужит красивым стартом их новой взрослой жизни. Организаторы рассчитывают, что в будущем «Крылья Востока» станет визитной карточкой нашего региона. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, новости на Восьмом.